Друзья, всем привет! Сейчас мы с Дианой поедем на мойку самообслуживания. В прошлый раз мы ездили и помыли машину на 50 рублей. Сегодня попробуем оплоснуть рублей на 40. 30. Ну, 30 у нас, наверное, не получится. Давай на 40. На 40 рублей попробуем. Все, поехали. Поехали! Все, подъехали мы на мойку. Места сейчас заняты. Вон Лада сейчас будет отъезжать. И мы на ее место встанем. Итак, для начала мы вытащим коврики и повесим их на вот такие прищепочки. Держи, Диана. Пойду я вынимать. Папа сейчас будет у нас мыть свой коврик. Вонючий. Наверное. Ну, грязный. Вонючий. Какого угодно. А я можно выйду? Конечно. Подвези меня на чистоту. А вон туда можешь встать. Ну тогда на туда. Вот, точно здесь вставай. Меня вон. Вот сюда? Сейчас мы будем с ним снимать, как папа будет, как его, мыть коврики или что-то другое. Ну, может, там коврики или машину саму, не знаю. Так, итак, друзья, вставляем 10 рублей. Выбираем пена. Так, пена у нас здесь. Так, у нас не получилось. Вставляем еще один 10 рублей. Дал бы 20. Ого! Вы только посмотрите, шевелится. Берем. Вся пена в пене. Вся машина в пене. Вся машина в пене. Я вам серьезно говорю. Да. И сейчас 20 рублей. И папа себе эту пачку. Досунули 10 рублей. Первый чирик у нас не получился. Время быстро кончилось. Засунули вторую 10-рублевку. Полностью облили коврики, машину. Это передний? Да, это передний. Теперь ждем, сейчас пока все стечет. Итого у нас вышло на пену 20 рублей. Ну, это я лоханулся, червонец потратил впустую. Так, ну все, настало время смывать пену. Пойду засовывать 20 рублей и камеру отдам Дианочке. А Диана топает эти. Так, один. Два. 20. Диан, держи камеру, иди в уголок. Ага. Сейчас мы бежим в уголочек. Смотрите, она шевелится. Там тебя не видно.
Пап, там тебя не видно было. Так, не хватило у нас 40 рублей. Пойду ставлю еще один чирик. Пойдем за папой посмотрим, как он будет вставлять пену. Ой, не пену, а может там что-то другое. Смотрим. Побегай. Видите, блестит. Посмотрите на машину, вся течет. Итак, друзья, посмотрите. 50 рублей. И машина у нас чистая. Итак, друзья, все, помыли мы машину за 50 рублей. Вот, не уложились мы за 40, блин, обидно. Ну, я знаю, почему мы не уложились. Вот, это я чуть протупил. 10 рублей я засунул и не учел то, что уже время-то пошло. Вот, а я пока дошел до пистолета, там уже оставалось секунды 2-3. Все, прям домой. А мама там все очень макает.